В администрации городского округа Люберцы наградили спортсмена Сергея Вялова. Во время международного ультрамарафона по плаванию в открытой воде, который проходил в Санкт-Петербурге, он проплыл 26 километров. Дистанцию от острова Елагин до Кронштадта мужчина преодолел за 8 часов 52 минуты. Исполняющий обязанности главы муниципалитета Владимир Волков вручил пловцу знак за достижения в спорте. Желаем вам спортивных успехов, сил, здоровья, энергии, чтобы в дальнейшем и наш городской округ, и Московская область продвигали различных соревнований, в том числе международных.